До студії «Нового дня» завітав Сергій Бурковець, директор Южної судоремонтної компанії. Доброго ранку! Доброго. Наше місто завжди славилось почесним званням кораблебудівного міста, міста корабелів. Але наразі більшість вузів, вищих навчальних закладів, які займаються саме фаховим вихованням молодих спеціалістів, відходять від цієї спеціальності первинної суднобудівної. Більшість коледжів та ліцеїв переходять на більш кулінарні навіть спеціальності. На вашу думку, з чим це пов'язано та як це повпливає на фахову кадрову політику цієї спеціальності? Ну, безусловно, город Николаев – это вотчина кораблестроения, и спокон веков это был город корабелов. В последнее время мировая тенденция и в нашем государстве, в том числе, по судостроению идет на спад, и на мою думку, что переквалификация, скажем, учебных заведений на другие профессии – это вынужденный шаг для того, чтобы, опять-таки, сохранить научную базу, сохранить педколлектив, сохранить помещение и так далее. Потому что на сегодня специальности кораблестроительной отрасли не совсем востребованы. И, к сожалению, к большому сожалению, потенциальных заказчиков и работодателей становится все меньше и меньше. Ось ваша компанія спеціалізується і особливо не тільки тим, що ви майже єдині ті, хто займається суднобудівною роботою в нашому місті, а й тим, що ви самі виховуєте майбутні кадри, ви надаєте їм практику. І хотілося б дізнатися, чи популярна ця спеціальність серед молоді наразі? Дійсно, політика нашої компанії – це на привлечення студентів на наші производственні мощності для того, щоб в будущем мати можливість получить квалифицированных рабочих. В последнее время, вот за период трехлетней давности, через нашу компанию прошло порядка 100 студентов. И мы сотрудничаем со всеми учебными заведениями, которые напрямую или косвенно связаны с судостроительными специальностями. На сегодня, скажем, ситуация не совсем благоприятная для того, чтобы детвора, студенты шли на практику. Как по мне, это связано, ну, с некоторыми факторами. Может быть, недостаточно придается этому внимания, недостаточно, может быть, популяризация профессий судостроительной отрасли. Все-таки немножко мир меняется, и вот компьютерные технологии, нанотехнологии, всевозможные там новые индустриальные проекты, они немножко оттесняют те работы, которые нужно выполнять руками. То есть найти сейчас хорошего слесаря, который будет крутить гайки, ну, это проблематично. И, к сожалению, молодежь, и я констатирую этот факт, молодежь не спешит идти на завод работать, потому что действительно это тяжелый физический труд, который и не совсем тепло, и под открытым небом, это работа с металлом, это работа с горюче-смазочными материалами. Ну, и... Я думаю, що страх молоді перед тим, щоб обрати тяжку професію, яка може стати непопулярною і може взагалі не надати роботи, цілком можна зрозуміти. Але зараз у Києві плануються проекти по тому, щоб у нашому місті і взагалі у Південному регіоні впроваджувати нові проекти судноремонтів, суднобудування. Чи є майбутнє у цієї професії і чи варто зараз молоді, особливо абітурієнтам, тому що зараз 11 класники саме завершують своє навчання, йти навчатися на суднобудування? Ну, ідея возрождения судостроєння, вона вже, скажем, не нова і вітає в власних кабінетах, і на всіх рівнях, і на місцевому, і на самому високому. В Києві ми слышим о том, що необхідно, і це дійсно так, по некоторим причинам.
Первое – это то, что Украина так географически расположена, что мы, наверное, одна из самых больших стран Европейского Союза, которая, вообще Европы, которая имеет морскую границу. Да? Мы, Бога нам дана такая территория, которая располагает массу портов у нас на нашей территории. У нас большая протяженность водных границ, у нас много рек. То есть не воспользоваться тем шансом, который у нас есть, это, ну, по крайней мере, глупо. И я все-таки надеюсь на то, что мы придем к тому времени, что судостроительные специальности, судоходство, судостроение, судоремонт в Украине будет возобновлено в том объеме, конечно, в том объеме, в котором мы привыкли видеть. Это, скажем, 25 лет назад или 30 лет назад, когда наши заводы были конкретно построены и конкретно стояли задачи по оборонке на большую страну, бывший Советский Союз, да, то в нынешних условиях мы имеем все возможности и все шансы, чтобы это дело, скажем, направить в нужное дело. Но, опять-таки, есть факторы. Какими это будут затратами, сколько это потребуется времени, с привлечением каких специалистов, но то, что это необходимо делать, и то, что за этим будущее, это безупречный факт. И второй момент, это я бы хотел бы отметить, что будучи морской державой, каковой является Украина, мы просто необходимо нам иметь свой военно-морской флот, который должен был обеспечать нам нашу безопасность. Нашу безопасность прежде всего на морских наших рубежах. Потому что последние события показали о том, что беда приходит откуда не ждешь. Мы не были готовы. Военно-морские силы, к сожалению, в плачевном состоянии. Вот сейчас, слава богу, правительство предъявляет немножко внимания на возрождение этого, на укрепление, возрождение. И я надеюсь в будущем, что мы все-таки будем строить и военные корабли, также гражданские, и будет у нас все нормально. Переглядаючи діяльність вашої компанії, взагалі вашу діяльність, ми побачили, що ви активно подорожуєте по вишам не тільки нашого міста, а й за межами нашого міста. І проводите лекції та семінари з студентами кораблебудівної та взагалі морської спеціальності. Хотілося б дізнатися, яка ваша мета і чого ви від цього прагнете? Собственно, цілі і задачі наших дій – это донести до студентов, до потенциальных наших работников для того, чтобы показать, что в Николаеве есть рабочие места, чтобы показать, в Николаеве есть мощности для выполнения этих работ, что Николаев все-таки при тяжелых экономических условиях остается городом-корабелом, повторюсь, не в тех масштабах. И возродить былую славу это будет сложно, но нишу судоремонта, нишу малого судостроения и нишу судостроения, которое специализированного, то есть это буксиры, там, суда снабжения, военный флот, мы можем это занять. Поэтому мы стараемся ездить по высшим учебным заведениям, которые направлены на специальности морской отрасли, для того, чтобы не все смогут уехать за границу, как сейчас модно. Не все смогут найти себе работу в определенных там портах, морской отрасли. Поэтому мы показываем, что наша компания открывает двери для студентов, для выпускников, для того, чтобы проходить практику с дальнейшим трудоустройством. Ось ще нещодавно у грудні все наше місто могло спостерігати за ремонтом двох буксирів на вашій компанії. Чим наразі займаєтесь і чи є у вас потребність у молодих спеціалістах? І взагалі питання до роботознавця, чи є можливість влаштуватися молодому спеціалісту, який тільки з університету вийшов, наприклад, навіть до вашої компанії? Дійсно так, ми освіщаємо роботу нашої компанії.
как принято у нас сейчас и модно говорить все честно и прозоро, мы ни от кого не скрываемся, ни от кого не прячемся, показываем наши действия для того, чтобы опять-таки люди видели, что ну, то, что у нас плохо, мы это все знаем. Но если мы будем каждый день твердить о том, что вот там плохо, здесь то не работает, и мы будем в это верить. А мы верим в то, что у нас будет все хорошо, у нас будет возрождаться судостроение, у нас уже идут проекты по судоремонту, и на сегодняшний день мы продолжаем ремонтировать суда. Таких же направленностей у нас на данный момент два заказа в планах. В планах у нас участие в нескольких тендерах, то есть, скажем, портфель заказов у нас на первую половину 2017 года уже сформирован. Вторая половина 2017 года это будет плодотворная работа, тоже подготовка документов, тоже участие в тендерах. И я на 100% уверен, что мы будет у нас работа. И пользуясь случаем, могу ответственно заявить, что двери нашей компании открыты как для студентов, выпускников любых судостроительных специальностей, начиная от сварщика-сборщика, заканчивая слесарем, жестянщиком, малером. У нас очень, скажем, щепетильный подход к молодым кадрам по той причине, что в этом наше будущее. Потому что те люди, которые, к примеру, у нас процентов 30 тех людей, которые даже меня, в свою очередь, учили чему-то, и мы так получилось, что группа единомышленников, собственно, Южную судоремонтную компанию и создали, и они до сих пор работают, передают свой опыт непосредственно на производственной площадке. Также, ну, я в двух словах объясню, для того, чтобы студент, к примеру, группа из 10 студентов, собственно, как процедура происходит. Группа из 10 студентов, им нужно давать старшего, то есть кого-то отвлекать от производства, но мы идем на эти затраты для того, чтобы в будущем получить полноценного члена нашей команды. Хотелось бы еще наостанок почути від вас слова заохочення та, можливо, якусь пораду молодим абітурієнтам, можливо, молодим спеціалістам, як від дійсно вже професійного знатока своєї справи. Дорогі друзі, пользуясь случаем, хотел бы вас пригласить в нашу компанию, может быть, для ознакомления. Мы можем сделать день открытых дверей, для того, чтобы вы посмотрели, какие условия работы мы предлагаем, какие специальности у нас востребованы. И хотел бы вам пожелать иметь немножко больше настойчивости в ваших начинаниях, не бояться что-то в жизни менять, не бояться экспериментировать. И маю надію, что в нашем городе судостроение возродится, и былая слава города Корабелов еще прозвучит на весь мир. Дякуємо вам, нашим телеглядачам. Нагадуємо, що до студії «Нового дня» завітав директор Южної судоремонтної компанії Сергій Бурковець.